Доброго времени суток. Ну, уже конец вечер. Ну, у вас может быть другое время, но у меня вечер. С вами я, Георгий Славянко, и вы на моем канале «Сделал сам, делюсь с народом». Снова я запускаю свой квадрокоптер F405. Если кому-то уже надоело то, что я его постоянно запускаю, ну, значит, тогда отключитесь и не смотрите. Что я могу сделать? Я же не могу вас заставить это делать. А я снова склеенный луч. Я до этого клеил несколько лучей. Вот еще один склеенный луч. Думаю, все лучи, которые я склеил, переломаю, а потом уже заказал ткань углепластиковую и посажу на эпоксидную смолу. Так же как-то так. Ну а сегодня я хочу полетать. Поменял я камеру. Там была у меня Феникс Рункам. А теперь я вам поставлю Фоксер Тутлис беззубик. Посмотрю, как он будет себя вести. Ну и для сравнения, потому что тот у меня вообще как кисельный был. Ну, хочется все-таки убедиться. Действительно, я лоханулся и заказал. Надо было Тутлис заказать, вот этот Фоксер, а я заказал Рункам. Рункам у меня уже есть опыт киселя нафиг, но что-то меня потянуло. Все так сильно его расхваливали, что я клюнул. Ну и все, снова здесь же полетаю, на этом же месте. Правда, солнца нету, облачно. Ну и главное то, что комаров нет. Вот это самое главное. А здесь вечер, и во всяком случае я их, ну, может и есть, как, конечно, но как-то ко мне они не пристают. Ну все, поехали. Ну, с Богом. Сейчас посмотрим. Что-то висит под GPS. Но все равно его колбасит. Ладно, оставим Лойтер. Так, мы теперь полетаем. Что-то у меня голова закружилась. Стоять, Зорька. Что-то как-то, ну, лучше, кстати. Что касается Фоксера, намного лучше. Я летаю по Лойтер, поэтому, в смысле, по барометру, поэтому он ведет себя как уволень. Чуть не въехал в дерево. Минуты летаю. А, надо же было повесить, как он называется, индикатор напряжения. Так, что попробовать стабилизацию попробовать. Ладно, пока прилетит. Ой. Все, сменил я Рункам на Рункам
Фоксер. И посмотрим, как сейчас будет вести себя данная камера в полете. Но вон Манитуча заходит. Чувствую, блин, я сейчас полетаю. Ну, постарайтесь. Снова лойтер, удержание по барометру, не полетели, помеха, блин. А чего же помеха? И тоже что-то меня тут немного подколбасливает. Что-то с очками. О! Все, сваливаю. Так, все, включаем. Работает ленд. Ну, что касается возврата домой, что-то мне тут неохота испытывать судьбу по поводу возврата домой. Я сейчас возвращусь домой. Это у меня он стабилизации. Так, еще чуть-чуть. Сравнил я две камеры. Фоксер Тотлес 2 и Рункам Феникс 2. Напрасно я грешил на Рункам Феникс. Разницы особо я не заметил. А картинка в Рункам Феникс не хуже, чем в Фоксер Тутлис. Так что грешить нечего. Камера хорошая. Надо просто разобраться с вибрацией самого квадрокоптера. И будет он отлично летать. Так что с вас подписка. Палец вверх, палец вниз. И до новых встреч на моем канале. Всего вам доброго, мира, добра, здоровья вам и вашим семьям.